За 2020 год Департаментом по защите прав потребителей рассмотрено более 700 обращений. Оказано содействие в возврате денежных средств в размере более 12 миллионов тенге. На встрече с журналистами представители ведомства рассказали о текущих делах и планах на будущее. С начала года специалисты департамента уже рассмотрели 235 обращений потребителей и оказали содействие в возврате почти 7 миллионов тенге. К слову, обращаться к специалистам можно и онлайн. По фактам обращения госорганам осуществляется и контрольная функция. Проверены магазины «Сулпак», «ТО», «Арена С», «Технодом» и другие. Сейчас очень много жалоб. Мебель, изготовление мебели, вот пример я вам приводила. Пластиковые окна, перетяжка мебели. Косметологические услуги, да, у нас были обращения, но здесь, как бы сказать, мы не обладаем компетенцией по проверке таких, там, проверок объектов, салоны красоты и так далее. Мы оказываем содействие, вот эти вот вопросы, они разрешаются в гражданско-правовом порядке, путем обращения потребителя в суд. И мы оказываем содействие в, как бы сказать, доводим потребителя до суда, затем участвуем либо в качестве специалиста госоргана, либо в качестве третьего лица. В ходе встречи спикер проинформировала и об изменениях в сфере защиты прав потребителей. Так, например, введена трехступенчатая схема рассмотрения обращений. Если у потребителя какие-либо претензии по поводу качества товара, либо претензии по поводу качества услуги, то он обращается сперва с претензией к самому услугодателю, к самому продавцу. Субъект предпринимательства, получив такую претензию от продавца, он должен в течение 10 календарных дней предоставить ответ. Мотивированный отказ, либо должен выполнить требования потребителя. Если требования потребителя не выполнены, то он идет по следующей ступени. Он обращается в уполномоченный орган, то есть департамент по защите прав потребителей. Если департаментом, как бы сказать, не было оказано содействие, не были выполнены требования потребителя, то потребитель уже за разрешением спорной ситуации такого вопроса идет уже в суд. Образованный 2 года назад департамент намерен и впредь вносить свой вклад в развитие сферы защиты прав потребителей, реализуя в регионе государственную политику в данной сфере. Поделившись информацией о проделанной работе, руководитель департамента ответила на все вопросы журналистов. А жителям области напомнила, если у вас есть претензии на качество товара или оказываемых услуг в магазинах и других объектах, вы можете обращаться на портал электронного правительства ЕГОВ или на номер горячей линии 500044. Алмагуль Джимпейсова, Айбек Сагангалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.